Что, не нравится, да? Ну, на собаку. Вот он, кого? Не, не так. Да я что-то вспомнила, как на даче тут живут батрышки. Ну, где-то кладовская, как это? Водовод. Водовод. Мы ездили на дачу. А там где-то же тоже живут такие люди. И они тут берут батрышки, там работали. И Янка рассказывает, говорит, один там жил у этого знакомого. Кто-то же работал на него, сам, ну, мужик, короче, не мужик. Он его оставлял зимой, он говорил, стерег там тому подобное. Что разговаривали, он говорит, а как ты его говорит, живешь? У тебя ни семьи, ни дома, ничего не нужно. У нее вообще переживать надо, что у меня ничего нет. У меня говорит, вообще, это у тебя, говорит, проблемы. А у меня, говорит, вообще нет проблем. Мне, говорит, я вон живу, мне своего дома не хватит, за меня не надо, деньги мне зарабатывать не надо, семью мне кормить не надо, я себя абсолютно нормально чувствую. Это, если бы так все были, мы до сих пор бы динозавров гоняли. Да, прикинь, он живет, он вообще вот по барабану, вообще ни хера не надо. Да нет, походу это они бы нас гоняли, без палок. Да, если уж не придумали. Ага. Где вы чай брали? В магазине? Да. Сходили, пакетик взяли. Я не чувствую себя как волна. Сейчас так жалко, вот бы у проводника выгнали. Кого? Ну, прям бы выгнали. Сарабут. И мы были там. Харькова. Да. Да вообще. Вообще вырезал до Львову. Да я тебе говорю, да вообще. Так вот бы от водовода выбрали. А шо и шо? Вы вообще бы выбрали. Рыбку половить, покупать. Вообще на тренировку не ходили летом. Или тренировались там. Так а что, покупаться осталось только на карьере. И то. Дома еще в ванной, а вот можно. Ну ладно. Души понятно тоже можно. Это мы с Янкой сидим во дворе бухаем. Да ты шо? Боже, не пьют. Сидел с нами, сидел, вот мы уже подзакинули такие. Янка, вот блин, классно было. А мы в купальниках сидим, вот убегаем в душ периодически. Ну, дальше. Янка, не было. Надо бассейн, надо срочно здесь бассейн. Зачем тебе вот эта вот картошка? Ну она тебе нужна? Вот взял тут лучше, к бассейнам бы поставил. Мы бы сейчас сырой там клубники бы легли. Клубники бы легли бы, классно бы отдыхали. Вот бы сюда. О, такой. О, блядь, сейчас за второй уже поберите. Там же не убирает. Да нет, не убирает. Я посмотрела видео. Да. Там, ага. И все, нажрались бабы, бассейн вам подавал. Видео смотрю, Таня снимает меня и Гена. И снимает, короче, такая вот. А Гена говорит, ну вот это муж выключит, Таня. Это я снимаю, это в ютубе Гена выложил. Он, ну зачем снимать, ну просто разговаривает. Если мы снимаем, а как мы, так мы занимались, она выдохнула. Ну что, Гена там, да, дышка. Зачем это шарпеет? А я видела на неделю, Костя с ней гулял, утром на работу шла. Ну это может быть из-за после клеща тоже. Хватанула? Да ты шо? И она, и... А вы что, не заходили вообще? Да, она... Ир, не заходила вообще никуда? Не, я заходила. Вообще даже не открывала? В беседу заходила. А, нет, я же убрала. И граф, и... Да, и граф. А граф, вот у Олег тогда приходил, вот, когда поздравляли, вот у клещ сейчас все-таки, да, пошел? Сейчас подождем, могут быть нет. Практически все уже. Ну я подумал. Сегодня не стала брызгать, смысл его брызгать, а если ты дойдешь, вот он, оно все мокрое. Подождем, они наоборот, наверное, нет. Пока дождь, они прячутся, солнце не появилось, да?